8 июля мы приехали прямым автобусом от горисполкома города Николаева на Кишинев с внуком и с дочкой. Другая дочь осталась на Украине, а как я взрослый человек, я понимаю, что жизнь дороже, и детей надо спасать. Нас приняли очень хорошо, дети начали заниматься. Артур здесь начал отвлекаться. Артур – это внук, который вот именно он пострадал психологически. Вот этот центр, лудотека, где они ходят, рисуют, пишут, вяжут, очень много занимаются с детьми, и результат такой, что они, когда сюда приходят, они забываются. Вот именно здесь на 2 часа они забываются обо всем. Они переключаются, они им до того комфортно и хорошо, что они думают, что они дома. Мы за эти 3 месяца сделали больше, чем мы за все время ходили в садик. На первой неделе они старались с нами больше общаться и старались нам дать больше выговориться. Потом потихонечку они уже, видят, что мы успокоились, и нам начали уже предлагать, что бы мы хотели, чем бы заняться. Естественно, я на рисование согласилась сразу, потому что я им сказала спасибо за праздник души.